Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Moon. И сейчас мы дальше продолжим прокачивать наших покемонов. То есть мы взялись за прокачку нашего Лапроса, который вылупился с яйца. И, в принципе, сейчас нам его нужно в этой серии хотя бы прокачать, ну, к 20 уровню. Даже больше, к 25, если повезет. И в этой серии даже мы уже, наверное... Опа. Ну, нормально. В этой серии мы уже эволюционируем нашего Пикачу. И выложим его в компьютер, и вместо него возьмем кого-то другого. Было бы офигенно, если бы у нас был... Да. Да, мы ничего не можем сделать против 50 уровня, если у нас того же Свампер-то нету, Стантлер-то. Так, ладно. Нужно смотреть на горы, тут еще вдруг может быть алтарь, ну, Болтреса. Так, надо бы Камбускена прокачать, вот у него атака одна Эмбер, ни хрена больше нету. И у нас даже атак нормальных, Solar Beam есть, но вот это нормально, Sandstorm, ну, ладно. Давайте потопаем. Легенды, ну, кто-то вроде, да, в сафари спавнится, но... Вряд ли кто-то сейчас заспавнится. А у нас даже с собой нету мастербола. Прикол, если сейчас кто-то заспавнится, а у нас даже с собой мастербола нету. Вот что я буду делать, капут. О, кончились вот эти. Поэтому нужно и за мастерболами бегать как-то. Точнее, не бегать, а хотя бы, чтобы он у нас был в инвентаре. Лежал. О, замечательно. Опа, Sandstorm, ну, еще. Смотрим, ребята. Может, кто-то из вас заметит лучше, чем я. Вот это, покебол. И нужно смотреть, ну, не Desert Hills, а нужно смотреть Desert M. Я хочу Сандила. Ууу, Эмбуар. Это Эмбуар или кто это? Эмбуар, 42 уровень. Даже если бы это был Тепик, то мы его, если честно, вряд ли бы словили. У нас даже покеболов нету. У нас есть левелболы, а левелболы... Сами знаете. Опа. Опа. Хренакс. Ух, давно мы вас, ребята, не видели. Давно, если честно. Как мы на вас прокачивались в предыдущем сезоне. Я не знаю, сможет ли Пикачу его убить. Вряд ли, да. Ребят, я не знаю, мы его так долго будем хреначить. Камбускеном, в принципе, тоже его нет смысла убивать. Ладно, давайте валим отсюда. Если мы, конечно, сможем свалить. Вот, отлично. Пикачу. Пикачу 33. Пикачу, было бы офигенно, если бы мы тебе прикачали. О, прокачали в этой серии. Было бы вообще классно. Так. Опа. И давай Пикачу. Как раз мы скупнемся пока. Так. О, ну хотя бы Magikarp по эволюции уже замечательно. Фу, хотя бы новая эволюция. Но нам, смотрите, еще... Пикачу, Камбускена, Старавию нужно. Лапроса нет. Гротла нужно. Но там им еще приблизительно каждому осталось по 5-10 уровней. Но все же. Гардус изучил байт. Ну, уже лучше, если честно. Я бы хотел прокачать нашего Пикачу. У нас есть... Нет, у нас тут нету камня эволюции. Ну, ладно, зато может. Дома, в принципе, он должен быть. Старые знакомые. Я хочу. Если бы я еще попал на тебя, было бы вообще классно. Вот, замечательно. Ху. По сути дела, Пикачу 33 уровень. А он 5. Пожалуйста. Я тебя прошу. И спасибо тебе. Ху, мы словили Марила. Новый покемон. Замечательно. Так, тогда давайте сразу вот так, обратно. Ребята. Давайте тогда... Офиг его знает, если честно, кого. Старавию может? То есть, смотрите, в этой серии я хочу прокачать Пикачу к 36-му. Хотя бы даже вот тут. Если мы его тут прокачаем, уже будет круто. Вряд ли мы сможем. В том смысле, что... Ну ладно, один киндлер там был, а второй, третий.
Ну, если вот так пробежаться, то, в принципе, мы можем даже его и найти. Пикачу 3-4. О, там еще есть один, я вижу. Старавия. Ну, я говорю, то, что еще Старавию нужно прокачать. И Пикачу. Так. Не, вряд ли, ребят, мы его прокачаем. Но было бы круто. Было бы круто к 36-му. О, байт. О, отлично. Байт затащит. И было бы классно, если бы мы... Нет, если бы... А почему там пишет Magikarp, если он... Ну ладно. А если бы Гардус изучил Dragon Rage, он, в принципе... О, ща. Это у нас кто? Seeking. Ух, Пикачу, прошу, постарайся. Пикачу, прошу. Я тебя прошу, Пикачу, постарайся. Я даже его вижу. Кого первого кинуть? Я вижу. Нет, не вижу, я не вижу. Да, а сейчас я, вот, сейчас я уже точно ни хрена не вижу. Да твою мать, я... Наконец-то! Пикачу, я тебя прошу, Пикачу. Еще... Ух. Пожалуйста! Замечательно. Еще один левел болт выпал. Норм. Так, ладно. А вот там кто? Мне интересно. Шакл. Он вроде в земле, как я знаю. Так и есть. Ну, нам нужны нам нужны боссы, если честно. То есть сейчас... Нужно босс. Для того же Пикачу. Пикачу его вряд ли убьет, но... А если честно, было бы вообще лучше, если бы мы нашли хотя бы один XP share. Было бы уже намного проще. Потому что опыт бы шел не только одному, а всем бы шел. Но... Сколько мы боссов поубивали, нам выпали множество шапок, можно и так сказать. Шапок-то выпало множество, но ни одного экспешера, к сожалению. Так, ладно. Походу, он уже... Ты тварюга, а? Ладно. Минус 200, минус 1000. Минус 200, 85, минус 1000, допустим, да? Ну и так мы не там заспали. Ну, ТП хвались, ну да ладно. Так, на пляже. Есть кто-то на пляже? Давайте в ту сторону полетим. Быстренько. Ну, сейчас мы вернемся домой. Я сразу прокачаю нашего Пикачу. Точнее, не прокачаю, а эволюционирую. И, в принципе, его уже можно даже откладывать в компьютере. Вместо него взять, ну, не знаю, Тедиурсу, допустим. Или еще кого-то. Да пофиг, если честно. Ну, в смысле, не пофиг, но нужно брать тех... которых мы недавно словили. Кадавр, ну, кадавру, в принципе, тоже можно. Психически сойдет, мне так кажется. Так, ну, я что-то не вижу каких-то тут больших уровней. Больших-небольших, но хотя бы, чтобы нам как-то подошли. Ох, без магазинов капут. Ни одного экспешера у нас нету, ребят. Это хреново, если честно. Опа. Только не говори, что ты в земле, я тебя прошу. Голдин. Ну, Старавия, Гротл. На нее еще сейчас накинуться нужно. Вот я ее вижу. Ху. Ух, ни хрена себе как попал. Класс. Класс, твою мать, а? Хрен мы его сейчас убьем без Пикачу. Мы, в принципе, не сможем убить водного покемона вообще никак. Кто? Камбускен? Какой на... Как Камбускен убьет водного покемона? О, ни хрена себе. А, точно, я же еще про Гратла забыл. Ух, это на дне там. Да ну нафиг, ребят, я не собираюсь туда рыться. Так, Покехилл. Пикачу. Так. Убей, да, твою ж мать, а! Гратл. Так, давай. Тебе, в принципе, два уровня прокачались, поэтому давай. А, ну а сейчас ты вообще ни хрена сделать не можешь, как я понял.
Замечательно. Ребята, наш Гвардус изучил Dragon Rage. Замечательно. Так, ладно, давайте отсюда валить. Точнее, домой. 75-260. Так. Так, о, я хочу вот это скушать. Ничего, толком ни хрена не дало. Да и тут не очень. Ну да ладно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Что я хотел? О, может там фосила, ребята, сделать? Точнее, очистить его, машины сделать. А у нас что, нету даже? Сейчас. Я или пропустил, или просто сейчас не замечаю. Охренеть, я надеюсь, тут есть. Пожалуйста. Есть, ху. Если бы не было капут, нам бы еще в горы нужно было бы идти или выбивать с боссов. Ладно, Пикачу, давай-ка ты уже эволюционируй. Райчу, да и все, можно тебя откладывать. Но если бы отложим Пикачу, то я даже не знаю. Нам тогда нужно Мари половить. Или кидать и искать. Или, да, в принципе, любого. Эмолгу, Почерису, Майнун, Паслу. Нужно идти поискать, в принципе. Райчу. Так, Райчу есть, Камбускена. Гратл, Старавия, Лапрас. Так, ладно. Давайте тогда дальше куда-то полетим. Наверное, в сундуке я это потом все сам разложу. Хотя, как делается... О, с алмазов, нифига себе, это нужно будет сделать. А как... О, точно, как делается вот это? Джетпак. 20 кусков, нихрена себе. Так мы уже его можем сделать. Мы уже его можем сделать. Да ну нафиг. Так просто. Ну как просто? Вот это Blaze Power, конечно. О, нифига себе, даже это крафтить можно. Нифига себе. Ну ладно, то есть... Как просто? Не просто, в обычном моде, если это добавить без пиксельмона, то вот эти два Blaze Powder, это охренеть, сколько нужно всего переделать. Еще ват сгонять, поубивать там кучу всех. То есть вот там, да, убить Ифрита, вот там, конечно, тяжело. А тут мы пошли, убили двух гравитов, у нас уже есть вот это. А давайте сделаем, что тянуть кота за причиндалы. Только дайте я еще раз посмотрю, это я уже забыл. Ага, ясно. Ясно, понятно. Так, это сюда. Это сюда. Это, ну давайте сюда, это сюда. Так. Джетпакушка. Так, это тогда заберем. Хотя как заберем, это нельзя забрать. Ну давайте, это сюда, это сюда. И давайте мы оденем. Я чуть не обосрался. Я сейчас чуть не обкакался, ребята. С перепугу. Если бы я знал. Класс. 345-253. 345-65-253, что ли. Замечательно. Расквашились об землю. Ладно, джетпак это охрененно. Только, знаете почему джетпак охрененно? Он охрененен для того, чтобы на большие дистанции путешествовать. То есть, если, например, нам нужно найти... Нет! Не умирай, пожалуйста. Офигеть. А хотя там же можно сделать безопасный джетпак. Сейчас мы сделаем его. Вот. Вот. Джет-глайдер. То есть джетпак, два вот это и потом кожа. Ясно. Так. Еще дайте я посмотрю, где я умер. Ничего я тут не забыл. Ну, вроде у нас уже переполнено. Хотя что-то, мне кажется, что-то я забыл. Потому что у нас одна свободная ячейка. Главное, чтобы не что-то важное.
Это джетпак, это просто с ума сойти. И я сначала так напугался, что это за хрень ты такой подумал? Да, но если мы еще сейчас убьемся, вот так будет вообще классно. То есть, ребята, я не хочу вот этот джетпак использовать вот тут повседневно. Твою мать, пока это слово выговоришь. Вот тут. Потому что, смотрите, это просто очень быстро, а за быстро, ну... В том смысле, он очень быстро летает, а я не хочу вот тут очень быстро летать. То есть, нахрена это нам нужно очень быстро летать возле нашего дома? Что это нам даст? Так, кожа, вот. Ай. Так, охренеть, вещей столько. Вот сейчас уже должно быть нормально. Давайте посмотрим. Да. Шайни. Шайни Персиан. Иди ты в жопу, а. Мы его, ребят, сейчас никак не словим. Фастбол, левелбол, мы его тупо никак не словим. Ну, давайте по приколу фастбол кинем. Опа. Левелболом его даже нет смысла ловить. Нет, он не словился, ну да ладно. То есть, смотрите, ребята. Джет-глайдер — охрененная вещь для путешествий на большие дистанции. То есть нам нужно найти глиняный биом, да? Нам нужно найти глиняный биом. Что мы делаем? Мы взлетаем, зажимаем пробелы и тупо хреначим на большие расстояния. Все, что нам нужно, это вот это. А потом, так, давайте возьмем мастербол на всякий случай вот сюда. Это все, что нам нужно. В принципе, и все. А если вот так передвигаться куда-то, взлететь, посмотреть, вот так и все, то есть без того, чтобы спешить, мы одеваем крылья. Наверное, мы так и будем делать. Так, ладно. Ну что, ребята, проверим наш джетпак. Проверим его. Допустим, я не знаю, куда бы полететь. Давайте в ту сторону, что ли? Нет, ну там мы уже были. Давайте. Хотя давайте. Давайте. Знаете, что я еще сделаю? Я, наверное, немного убавлю. Потому что... Да, сейчас, когда мы будем летать джетпаком, это очень быстро кажется. Так, не очень быстро, а очень громко. Кто там был? Милтанк там был. Ладно. Не, ну это реально очень быстро. Очень быстро. А эту деревню? Ну эту деревню, да, мы находили. Только очень быстро-то быстро, но спускается оно очень медленно. И когда ты быстро взлетаешь, то... вот так нормально. То есть... Он не вперед идет, он тебя в воздухе подкидывает. И когда ты взлетаешь на большую высоту, это реально хреново. Давайте тогда, хотя нет, давай, мы уже, в принципе, быстро туда добрались. Мы, конечно, можем так зажать, но он нас очень высоко подкинет, и нужно будет как-то спускаться в дальнейшем. А как, я не знаю. Наверное, вот так. Вот это хреново продумали, что нужно вот так спускаться. Опа. Или вот так. Ух, я вообще, ребята, придумаю. То есть нужно снять и потом в конце одеть. Класс, все, я уже понял даже, как спускаться. Чтобы быстрее. Опа, винозавр. Ну, у нас есть гротл. Вот, давайте вот так. Опа, главное... Да, главное не разбиться. Это милтанки, да, милтанки нам... Ну, в принципе, не нужны нам милтанки. Я сейчас просто хочу попутешествовать, вдруг мы глиняный биом найдем. Или джунгли. Оу. Мы же даже еще джунгли не нашли. Так, ладно. Быстренько потопали. Сейчас куда-то... Боссы, да, пофиг на боссов. О, и сейчас, ребята. Опа. Только нужно смотреть внимательно, чтобы не разбиться. Вот. Чуть не разбились. Это что там? Ничего такого. Бэкпак только для этого. Не бэкпак, а вот это джетпак. Только для этого я сделал. То есть это даже намного быстрее, чем путешествовать с теми же покемонами, потому что зачем нам летающие покемоны, если... Опа, это что?
Нет, это обычные горы. Главное, чтобы сейчас на гору не упасть и не разбиться. Вот так. Это горы? А когда она спавнится? Ночь? Хотя не, она вроде днем спавнится. Я просто ловил уже в предыдущем сезоне, но я забыл. А, нет, ребята. Это снежный лес. Так, нужно, вот так нужно, вот так лучше. Вниз смотреть. Нет, это не снежный, хотя, нет, вроде снежный лес. Так, смотрим. Сейчас мы быстренько. Да, снежный лес. Ну, хотя, отлично, ребята, мы еще нашли один биом. То есть, смотрите, в следующей серии, хотя даже не в следующей, наверное, мы уже сейчас выложим Райчу, да и все. Че тянуть, да? Если мы уже можем кого-то другого взять. Но хрена вот то, что если мы выложим Райчу, то кого, кем мы будем тащить? То есть, Гюардо с Драгон Рейджем. Ху. Вот это опасно тоже. Гюардо с Драгон Рейджем что-то затянет, но Гюардоса, в принципе, уже тоже можно выкладывать. В этом сезоне мы же не прокачиваем, так как в предыдущем. То есть нам не нужно париться, прокачивать и тем самым время тратить. Ну не время тратить, а просто очень долго прокачиваться. Так, ну там был босс, но да, так они уже пропадают. Это все еще... А, нет. Так, ребята, внимательно смотрите. Где у нас тут алтарь? Ладно, давайте на этом заканчивать, я уже объяснял почему. Потому что... Хотя нет. А, ну да, давайте уже лучше заканчивать. Потому что я объяснял, ребята, когда серия получается очень долгой, то она очень долго грузится. Даже не очень долго, а если за 20 минут, то она очень долго грузится. Тут уже за 20 минут, и тем самым, если бы мы на 2-3 минуты быстрее закончились, то она бы грузилась час. А сейчас она уже будет грузиться... Мать твою. Я не знаю, как вообще это работает, но уже немного догадываюсь. Что и как. Ладно, давайте еще вот это сейчас оберем быстренько. Опа, опа. Главное, что очень далеко это все не рассыпалось. Нормально, можно быстро собрать. Мастербол, главное. То есть джетпак нормальный, но... А где наши крылья? Вот. Джетпак нормальный, но только для того, чтобы путешествовать на большие дистанции. А если вот так, то крылья в миллион раз лучше. То есть... Медленно, но нормально. Ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В этой серии мы немного попутешествовали, сделали себе джетпак и словили... Нет, в этой серии мы кого-то словили, нет. Ну, знаете что, давайте еще тогда выложим Райчу. То есть, ладно, он уже прокачанный. Давайте выкладываем Райчу и берем... Кто хочет Зруа? Наверное, берем Зруа. Гуардо Сашайни уже тоже можно выкладывать, но давайте его прокачаем. Ну, хотя бы 28 уровне или 30. Ну, потом Камбускен, Гротил, и их тоже уже можно выкладывать. Давайте на этом заканчивать, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем комментировать. В этой серии я никого не добавлю в музей, но добавлю, наверное, в следующей серии. Или в следующей, или... Ну, в принципе, да. Я говорил, нужно... Для того, чтобы вы попали в музей, нужно комментировать как минимум 5 видео подряд, чтобы я вас заметил и поставил в блокнот, и потом вы дождаетесь своей очереди. Давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.